Казани во Дворце культуры имени Минжинского прошел ежегодный фестиваль творчества православной молодежи «Сретение-2013». Такое мероприятие проводится в столице Татарстана уже в 10-й раз и с каждым годом собирает все большее количество участников и зрителей. В этом году концерт открыл руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Сергий Шкуро. В приветственном слове священнослужитель поздравил участников фестиваля с праздником Сретения и пожелал успеха в выступлениях. Мероприятие собрало больше 20 коллективов из епархии Татарстанской митрополии и Республики Марий-Эл. Порадовать зрителей своими выступлениями приехали представители воскресных школ и театрально-хореографических студий Казани, Камских Полян, Алексеевского, Волжска и других городов и поселков. Участники показывали свои умения в различных областях вокального, актерского и танцевального искусства. Как оказалось, лучше всего представители православной молодежи владеют вокальным мастерством. Более половины выступлений были песенными, но не остались без внимания и хореографические постановки. Стоит отметить и театрализованные постановки, многие из которых в нынешнем году были посвящены памятным историческим событиям. Ежегодный фестиваль Сретения – это еще один повод нам вместе собраться, и чтобы прославить Господа не только в молитве, но и в совместном творчестве. Традиционно программа фестиваля завершила церемония награждения участников. Организаторы поблагодарили выступающих за номера, отметили самые интересные и пригласили всех принять участие в фестивале и в следующем году.